сейчас здесь. Нелегальный бизнес – дело может быть и прибыльное, но опасное, даже если крышуют его высокопоставленные чины. Задержаны сотрудники полиции, которые ежемесячно получали деньги от владельцев игровых клубов. В обмен на это стражи закона либо вовсе обходили проверками эти заведения, либо сообщали о планируемых спецоперациях своих коллег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального управления ФСБ задержали заместителя начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД по Ивановской области и старшего инспектора отдела по исполнению административного законодательства того же управления. Вместе с ними в руках оперативников оказался бывший сотрудник полиции. Он являлся посредником при передаче денег. Дома и на работе у подозреваемых обнаружены мечные купюры, которые ранее они получили в качестве взятки. В результате на всех троих заведены уголовные дела. Двое обвиняются в получении взятки, третий – в посредничестве во взяточничестве. Им грозит до 7 лет тюрьмы и крупные штрафы. Сколько здесь надо? Посчитай. Я, честно говоря, сам себя пересчитываю, блядь, по 10 раз. Сам понимаю. Блядь. Понятно. Дело такое, блядь. Все так.